Вот как, скажем, если вегетарианцы решили жить вместе с каннибалами, то из этого ничего не получится. Вегетарианцы не перейдут на мясо, а каннибалы не перейдут на капусту. Вот. Видимо, нам придется с этим жить. Там классные ребята собирались, все в клетчатых рубашках, в желтых ботинках. Я сам себе такую купил. Продавцы были, все знали. Вот с мускулами, с татуировками, крепкие такие парни, только что из душа. Ну, как вот в Hardware Store такой. Супер про. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак после теракта в Барселоне заявил, что в его стране подобные события невозможны, поскольку Варшава отказалась принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Если идти по аналогии министра внутренних дел Польши, то я бы тогда сказал, что если ты находишься в пробирке с формалином, то ты никогда в жизни ничем не заболеешь.